Отдых за границей для Екатерины Боженки обернулся физической и моральной травмами. После того, как страховая компания отказалась оплатить лечение туристки в Индии, девушка, едва оправившись от операции на сломанной ноге, решила добиться справедливости через суд. С пострадавшей встретилась Юлия Асташова. Смотри, какая красота. Фотерентгеновские снимки Юлия пересматривает чаще, чем фото из отпуска. Это ее главный козырь в споре со страховщиками. Они рассказывают, девушка не хотят оплачивать ей лечение травмы, полученной на отдыхе в Индии. Там Юлию сбил автобус. Мне оказали первую помощь, то есть мне зашили лицо, зашили руки, мне наложили гипс. И на следующий день началось ухудшение. Местным врачам пришлось прооперировать Юлию. Сломанную кость скрепили штифтами. Девушка рассчитывала, что дорогостоящее лечение покроет страховка. Однако в компании заявили, что операция не является страховым случаем. И заплатили больнице только за оказание экстренной помощи. Пострадавшая заняла деньги у друзей, взяла выписки из истории болезни и, вернувшись на родину, прямиком пошла в суд. Страховые ведь это что, по сути, в данном случае? Это продавцы страха. Если с тобой что-то случится, мы тебе поможем. Но когда этот именно то, чего человек боится, приобретая их полис, происходит, они все как один заявляют, что вы от нас хотите, идите, обращайтесь в суд. Юлии удалось почти невозможное – доказать, что операция за границей была жизненно необходима, и вернуть потраченные на лечение деньги. Сейчас девушка продолжает судиться со страховщиками. Она рассчитывает возместить и материальный ущерб. По такой же схеме в экстренном случае должны действовать и все отдыхающие, говорят юристы. Туристам, которые выезжают организованным образом через коллективные туры, мой совет в нынешней ситуации – вот он один – это подстраховаться депозитом на собственной кредитной карте. Или наличными деньгами. Самое важное – все незапланированные расходы нужно подтверждать квитанциями, справками и выписками. Только так можно добиться возмещения ущерба. Юлия в свое время перестраховалась и теперь разрабатывает сломанную ногу тем, что бегает по судам. Юлия Асташова, Алексей Богданов. Новости 41-го канала.